тебя. Thank you.
Бай! Время дорого. Рассказывай. Алло! Ты заглядывай, тут весело бывает.
здравствуй. Пока. Чего тебе? Здоров. Здравствуйте, здравствуйте. А, подходите. Что у вас? Привет! Ты по какому делу? Это все. Можешь идти. Я хотел бы поднять свои законно причитающиеся за то, что научный бункер теперь надежно защищен. Нами, бойцами долга,
Пусть теперь мутанты, анархисты и прочая падаль только попробуют сунуться. Как где? За нас. О, правильно. Мутанты, говоришь? А вам место... Ну, привет. Хватит, когда мутанты попрут. Там же не бар 100 рентген. Там не отсидишься. Привет, брат! Что скажешь, брат? В общем, выкладывай. Ну, здорово. Здравствуй, сталкер. Чего расскажешь хорошего? Алло! Покедова! Ну? Да-да, я слушаю. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере.
Что скажешь, брат? В общем, выкладывай. Что скажешь, брат? Здравствуй. Удачи тебе. Что, крутой, да? Убери волыну! Thank you.
ты оружие-то опусти, мужик. Кто меня слышит? Приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Зода, руки откуда надо растут. Жаль, только с долгом согласуется. Ох, и страшно на белом свете жить. И зачем я только из мамочкиного пуза вылез? Всем, кто меня слышит, выброс вот-вот начнется. Срочно ищите надежное убежище.
Привет, брат. Чего расскажешь хорошего? Алоха! Ты заглядывай. Здравствуй. Весело бывает. Тебя. Внимание, анекдот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит: я тебе помню. Попутного ветра. Как говорят. Будет чего интересного, глазами. Заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. И кто? Живы будем. Пересечемся. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Здорово.
Приветствую, Решили сталкер. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Тот очочки поправил, и ему так осторожно: «А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен?» А сталкер: «Так это...» «Ну, привет!» «Слушаю тебя!» Thank you.
тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты... А чё её запоминать, жену-то? Ну ты выдал. Да. Привет, брат. Ну, привет, привет. Здравствуй, сталкер. Ну, удачи тебе. Опа! Ты заваливай, перетрём. Ну? А вот такое вам как? Найдёшь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Клоню бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Ну что, есть что-то новое? Судьба. Давай, давай, не задерживайся. Точно, никуда не скроешься. Приветствую, сталкер. На Радо написано, так оно и будет. Слушаю тебя. Ну, привет. Все, музыкальная пауза. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Слушаю тебя. Ну, привет. Ну, рассказывай, я весь внимание. Слушаю тебя. Сказал бы, кто месяц назад, ни за что б не поверил. Я тут вспомнил вот. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего счета. Ну, привет. И не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. А я надел старый рваный комбез, а на спине на... И моя неудача передастся тебе. Ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Ответь, как грустно все. Слушаю тебя. Подходи. Сейчас.
Как дела? Один сталкер у другого спрашивает. Здравствуй. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Слушай, все вопросы к главному. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Ну рассказывай, я весь внимание. Ну, попутного ветра. Что-то? Будь здоров. Thank you.
непереголимы! Выручайте! Кто-нибудь! Высыпал это гнилого фраера! На часах рёвано от меня по полной, слышишь? Теперь, сука, надолго запомнят, как пацана фуфло впаривать! Эй! Кто-нибудь! Ко мне! Ко мне! Мужик, ты оружие-то спрячь. Оружие опусти, мужик. В общем, выкладывай. Yeah.
Время дорого. Рассказывай. Хаюшки! Бывай! Ну рассказывай, я весь внимание. Чего расскажешь хорошего? Время дорого. Рассказывай. Алло!
Ты заглядывай, тут весело бывает. Ну, привет! Слушаю тебя! Чего тебе? Чего тебе? Здравствуй! Да-да, я...